Вот такой штукой из Harbor Freight Tools сегодня будем поднимать раковину, которая тяжелая, чугунная. Буду поднимать, чтобы поставить вот в эту тумбочку. А потом ее нужно по бокам этой тумбочки будет зафиксировать, чтобы она была на одном уровне с поверхностью вот этого кабинета. Ребята потом придут и вместе с раковиной уже замеряют, какой нужно делать контртап.